Хочу порекомендовать вам канал своего хорошего кореша, как заработать деньги в интернете. Он снимает классные видео о заработке, его советы реально работают, у него много интересных тематик помимо заработка, он рассказывает много фишек по ютубу, о заработках других блогеров и еще у него есть очень интересные схемы по заработку. Давайте поможем ему набрать 50 тысяч подписчиков, это будет для него сюрпризом, ведь он не знает, что я его рекламирую. Кстати, он ежедневно разыгрывает неплохие деньги, переходим к нему по ссылке в описании и подписываемся. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня, ребята, мы с вами записываем видосик на моем мульте. Очень часто и практически всегда вы под моим видеороликом пишете, да и в личку меня задолбливаете с тем, что Вайдер, запиши уже наконец-таки видосики на мульте. И сегодня, ребята, мы наконец-таки будем записывать, и буду я записывать не один, а с очень таким интересным гостем. Ой, как вы меня тоже задолбливали сообщениями, сними с ним видеоролик. Вот, короче, со мной сегодня будет GTS. Поздоровайся. Всем привет, дорогие друзья. Обязательно было говорить именно гостем, а не гостем. Не знал, у меня так получается. Явно виноват. Вот, короче. Вот, и опять же, ребята, в связи с этим приходом, приездом ГТС-ки, у нас созрела такая мысля и идея. Вы же меня очень часто просили с ГТС-кой запилить недик на желание. Прям, ну вообще, практически всегда мне пишете. Еще года два назад. Да, вот, и в связи с этим мы такие подумали, а давайте, ребята, мы в натуре его запишем, как бы, ну, и мне особо и ГТС-ка неохота это делать, потому что желание это дело такое. Вот, ну давайте... В принципе, голос поднял свои басы, короче, вот, 16 лет, паспорт есть, поэтому Вайдер будет смоктать меня уже. Вот, поэтому, короче, ребят, давайте набираем 1500 лайков под этим видеороликом, и сразу же мы с ГТС-кой пойдем снимать, хоть завтра, хоть послезавтра, ну, нидик на желанку, вот, соответственно, все зависит от вас. Вот, и сегодня у нас довольно-таки интересная тема. Вот, у меня здесь есть две пушки, которые прокачаны полностью full под М2. Это Смоки и Гром. Но я, к сожалению, не могу пока их забрать. Также у меня здесь качан Викинг под М2. На воронте 4-м довольно-таки неплохо. Вот, и, ребята, у меня есть Хантер, который тоже качан под 100%. И я сегодня его могу забрать на звание Ворон 4 за 0 кристалликов. Это на самом деле очень офигительно. Вот, сейчас я это дело все буду покупать. И я себе, грубо говоря, чисто купил только скин. Потому что, как бы, он у меня до этого был тоже под М1 вкачан. Вот, и если честно, я вам, ребят, не советую его качать под М1 со звания там какого-то прям очень маленького. Потому что вы на прокачку с М0 до М1 сольете где-то примерно 200 тысяч кристаллов. Я охерел, когда я его качал. Прикинь, на корпус М0, чтобы по МПК его выкачать, нужно потратить 200 тысяч кристаллов. Чтобы с М0 до чего докачать? Чтоб с М0 просто до М1 докачать. 230 тысяч кристаллов. 200 тысяч кристаллов, вот, я потратил. Да, прикинь? Я не знаю, это, знаешь, это просто... Короче, как, что там на Пасху делают? Свечку ставят? Админа. Прям свечку мне надо поставить. Короче, ребят, сейчас мы пойдем еще и найдем битву какую-нибудь интересную, и там Хантер протестит. Так, ребят, ну что ж, перешли мы наконец-таки в биту, нашли более-менее такой бой. Очень, если честно, фигово на мультах искать бои. Вот мне все нравится на мультах, нагиб шикарный, потому что ты донатишь как собака, чтобы нагибать вообще по фастику. Все шикарно, то есть денег по... По идее, как бы на начальные этапы, даже если сравнить с донатом, тратить тоже много не приходится. Но вот единственный минус в том, что очень сложно найти действительно достойную и шикарную битву, в которую можно просто зайти и покайфовать. Нет. Кстати, пока мы искали битву, я засекал по времени, мы где-то так 6 минут 23 секунды искали ее. Ну, не точно, но я помню, что столько времени прошло с момента того, как мы нашли битву. А там еще 14 миллисекунд было. Ты их посчитал? Не, я не очень шарю в этом. А, ну вот. Я так тебе на всякий случай сказал так. Да ёпта! Ну, Шат, ну серьезно? Ты будешь мне так дальше прицел забивать? Ну, в принципе, смотри, что хочу сказать по этому корпусу вообще. Я как бы и до этого тоже на нем катался. Корпус шикарный, он даже немножко так дрифтит. На нем можно даже заходить в такие дрифты, как типа на Хорнете. Вот это мне единственное, о чем в нем нравится. Но как раз таки еще раз, ребята, говорю, минус этого корпуса в том, что у него почему-то самые дорогие МПК. То есть если даже брать, я как на своем аккаунте одном качал Васпика с М0 до М1,
тоже там задонатил, получается, прокачал. В итоге я потом этот аккаунт забросил, потому что ролик там что-то не получился, я его хотел перезаписать. Вот, и теперь я даже не знаю пароль от этого аккаунта, но это, в принципе, уже совсем другая история. Нормально. У меня много аккаунтов, я их качаю днями и ночами, мы с нашей конфой, это Enigma, сидим на генералиссимусах всяких там. А какое название новое в танках? Легенда. А, вой, я ж сколько уже не играл, и, короче, тут что-то, какие-то легенды, магнумы. Кстати, я на магнуме играю, вот тут скиллую за Вайдера команду на последнем месте. Кстати, что тебе, эта магнум вообще пушечка нравится, или так себе говнецо полное? Ну, знаешь, ни рыба, ни мясо копченое, короче, говно. Ну вот, если честно, вот я тоже такого мнения. Все ребят такого мнения. Не знаю, там кому этот магнум нравится, прям вообще фанатик его. Вы, ребят, сейчас закройте просто ушки свои. Но вот как мне выдали, получается, магнум, я с ним играл первые где-то неделю, даже две, где-то месяц, может быть. Мне было как-то... Ой, у нас сейчас досрочное, ну ладно, давай. Нажмем продолжить, продолжаем. Вот, мне было как-то еще интересно играть на магнуме. То есть это что-то новое, пушка, там вау-вау-вау, там. Это всегда так. Да, такое прям что-то с чем-то. Но вот сейчас проходит, ребята, время. Я как бы магнум там тоже себе прокачал на где-то 4-5 шагов. Я с ним наигрался, я с ним поиграл. И теперь у меня эта пушка просто лежит в гараже, я ее никогда вообще не одеваю. Даже на элементарный паркур, в котором, в принципе, магнум довольно-таки неплохо себя показывает, даже и там я стараюсь его не одевать. Чего? А, видеокарты? Все, понял. Ну и что, кстати, как тебе с видюхой? Там геолайн на 60 FPS. О, это нормально. А то помните, кстати, ребята, Нит, когда мы с GTS-кой играли, вроде бы на Жаворонках или где мы с тобой играли? Я такой... На мосту стою, ГТС такой, оп, и меня сразу моментально убежал. То есть сперва стоит на мосту, завис, потом телепорт вообще жесткий. Но думаю, кстати, ребята, если вы лайкос наберете, уже такого не будет у ГТС, и сейчас он в натуре как затащит. Я еще так буду затащить. На самом деле я просто Вайдеру 1000 рублей дам, ну это ты вырежешь, короче, вот. 1000 рублей дам, и он все проиграет сам. Да, изи. Я могу даже за 500. По-братски. Так что у меня это еще по-божески. Чисто как другу, как товарищу. О, боже мой. И, кстати, ребята, да, еще вот один такой момент. Не только лайкосики еще нужно набирать. А еще... Чтобы вам было тоже интересно, и чтобы мы именно ваши желания выполняли, напишите также под этим видеороликом, какую желанку вы хотите видеть, чтобы мы исполняли. Напишите, серьезно. А то вот это придумать, вот это пельмени с майонезом, вот это там отрубайся руку. Не, ребят, это говно. Желание ваше. Короче, самое четкое желание, там, выбирайте просто по лайкам. У кого больше лайков наберется на желанке, желанку мы выполним. Как так-то, а? Ну да, кстати. И не только это, еще по лайкам еще набираем. Будем также, ребят, по адекватности смотреть. Там, если, например, там будет что-то, например, в натуре, там, отрезать себе левую булку, там, или правый сосок прижатием, не знаю, там, какой-нибудь раскаленной вилкой. Вот, мы это, конечно, выполнять не будем. Более-менее такие интересные, смешные комментики, потому что... Ой, желаночки. Потому что мы, когда записывали Нит, мы, если честно, столько времени тратили на придумывание желанки. Это аж просто обоссаться. Мы это неделю убивали на то, чтобы придумать желание. Тури, что ты сидишь? Это, да не, полная фигня. Это, не, это уже было там. Это, да это тут. Тяжело, другое стыдно. Да. Но в итоге, кстати, мы помним, что такое тоже довольно-таки постыдное желание выбрали. Вы это сами? Нарисовать усы и пойти в магазин. Боже мой. Мне, кстати, до сих пор это все припоминают, когда просят с ГТС-ка снять нидик. Я этот видос 10к набрал. Да. Они такие, боже мой, говорят, я так просто орнул, когда ГТС-ка там проходила. И все такие бабушки запалили. Андрей, ты куда это пошел? Что у тебя там под носом? Да нет, все нормально. Ой, я, кстати, с этого тоже момента очень сильно орнул. Еще, кстати, угарный такой там моментик в той желаночке, ребята, был. Это когда, получается, Андрюха уже пришел и в этом в самом магазине до тебя там какой-то мужик тебе докопался. Насчет усов. Это камера. Да. Из камеры, да, вот с камеры он начал что-то залечивать. Типа, это экшн-камера, типа, отстань от меня, я желанку выполняю. Сука. Не, ну это, конечно, топ времена, тем более я сейчас, опять же, ребята...
восстановил всякие рубрики на желание, ну, потому что, опять же, они вам очень сильно заходят, очень сильно нравятся, там столько комментов, столько лайкосов набирается, я просто херею, там, снимешь какую-нибудь нинтожеланку, что-то там свое лицо покажешь, и это все просто GGVP, как минимум 2000 лайков тебе обеспечено. Ну, да, кстати, да. Угу. Вот, соответственно, если, ребята, нравится вам, мы же народ простой, мы же ютуберы, мы вас развлекать должны. А, вот, нам абсолютно будет несложно взять и заснять, чтобы поднять вам настроение, да, и чтоб самим посмеяться. Будет смеяться тот, кто у нас выиграет в ниде. Но это уже совсем другая история. Вот, короче, ребят, опять же вам говорю. Если хотите нидик с ГТС-кой, то обязательно давайте наберем 1500 лукасов. Обязательно пишите, ребята, свои варианты желанок в комментариях. Мы потом их перед видосом будем все обязательно читать. Вот, и, ну и автор лучшего, соответственно, попадет и в видосик, то, что он предложил. Вот, ну и его, соответственно, желанку мы будем выполнять. Так что, если вам понравился этот ролик, обязательно, ребята, подписывайтесь на мой канал, на канал ГТС-ки, ставьте обязательно лайки и мне, и ему. Ну а с вами был Вайдер и ГТС-ка. Всем пока-пока!